Сильные и телом, и духом. 19 команд школьников сражались в многоборье комплекса ГТО. Насколько ребята готовы к труду и обороне, выясняли в универсальном спорткомплексе Подмосковье. Проверку на прочность проходили учащиеся районных школ. Ребята в возрасте от 11 до 15 лет. Сегодня можно будет пробежать 60-100 метров, 1,5-2 километра. Сегодня можно будет сдать силовые виды, сегодня можно будет сдать подтягивания, наклоны. Одним словом, практически все виды сегодня задействованы. Всероссийский комплекс ГТО – это возрождение лучших спортивных традиций. Его цель – привлечь как можно больше населения к регулярным спортивным занятиям. Ребята, участники мероприятия, к выполнению упражнений подошли со всей ответственностью. Многие спортом занимаются постоянно. Это поддерживает здоровье, наверное, физическую форму. Да. А как переводится ГТО? Готов к труду и обороне. Нравится вам выполнять комплекс ГТО? Да. Для чего вам понадобятся прыжки в длину с места? Чтобы сдавать нормативы ГТО и стремиться к высоким результатам. Однако оценить свои физические возможности в этот день пришли не только дети, но и участники постарше. Многие взрослые комплекс упражнений ГТО помнят еще с советских времен, поэтому проверить силы решили, не задумываясь. Хотелось проверить свои спортивные результаты, что я могу и на что способен. Пришел поддержать молодежь, школьников, и сам показать, и себе доказать то, что я смогу что-то еще сделать спортивное. Итоги мероприятия подведут к концу недели, однако ребята признаются, главное – это не столько золотой значок, сколько занятия спортом в принципе и здоровый образ жизни. Дарья Снегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».